В ООП предусмотрена возможность создавать новые классы, наследуясь от существующих. Унаследованный класс автоматически получает все признаки базового класса и по желанию может к ним что-то добавить или переопределить. В частности, можно переопределить обработку метода, объявленного в базовом классе. Например, мы можем создать класс VIP-клиент, унаследованный от клиента, и переопределить в нем метод, вычисляющий стоимость доставки. VIP-клиентам доступна бесплатная доставка товара беспилотным квадрокоптером в день заказа. При этом код, подсчитывающий стоимость заказа с учетом доставки, будет просто вызывать этот метод у клиента и получать правильные результаты без единого ифа и даже не зная, что у класса клиент есть подклассы с разными алгоритмами вычисления. Таким образом, конкретный код, выполняемый при вызове метода объекта, определяется классом объекта, находящегося по ссылке в момент исполнения программы. Это свойство в ООП называется полиморфизмом.